Я же даже ничего тебе не сказал. Зато Алиса мне все высказала сразу же. Все, что она думает обо мне, о еде и так далее. Да. А как тебя можно гладить, если ты вот так вот варежку открываешь, так зубастую свою? Хочешь куснуть? Да. Ну. Ой, ой. Настроения нет. Скрипучая лиса. Шуба выпадает, лисе плохо. Шуба растет, лисе плохо. Точнее, ей неплохо. И это, в принципе, хорошо, но настроение такое утреннее. Еды надо много. Алис, такое ощущение, что ты вчера где-то с кем-то была. Чего так много пьешь? На вечеринке? И везде нычки. Надо же все проверить. Что тут у тебя? Ой-ой-ой-ой-ой. Удаляется из кадра. Итак, у нас продолжается система поедания всего на свете. И вторая часть – это спрятать все на свете. Что происходит? Что такое, Алиса? Я думал, что ты только специалист по ночным работам. И посмотреть можно? Нет? Поближе. Такая вредная. Во. Или ты играешь? Не поймешь. Прячься, прячься. О. Никогда не пойму, зачем Алиса засовывает голову в яму. Все, и побежала, пометила яму. Нет. Вот такая развлекуха. Берешь лопату и закапываешь эти ямы. Ты что такая вредная? Ты меня покусать хотела? Вот ты. Серьезная ситуация. Все. Макс наблюдает, что твоя яма, уже все поняли. Ну, что ты скажешь в свое оправдание?
Называется «Осенняя леса». Надо все найти и все спрятать. Будь здорова. Алиса. Волшебное слово. Алиса, смотри, что у меня есть. Нет, не реагирует. Надо другое. Будь здорова еще раз. Что мы ищем, Алиса? Так. Нацеленный взгляд. Что же тут дают такое, а? У меня рука не пролезает, Алиса. Знаешь, как раньше обезьян ловили? Брали такую банку. Либо, если банки не было, тыкву. Делали там отверстие. И кладли туда что-нибудь вкусненькое. Обезьяна руку засовывала свою. А после этого вытащить уже вот так вот руку не могла. И ее подходили и забирали. Потому что ей в голову не приходило, что можно руку отпустить с вкусным. Вот у тебя такая же история. Иди, иди. Забирай. Забирай яблоко, иди на улицу. Давай. Бегом. Нет, нет, не туда. Алиса. Вот угадайте, что она делает. Вы думаете, она ест яблоко? Нет, она его прячет. Иди на улицу. Эй, хвост. Хвост, хватит прятать. Алиса. А, упало яблоко, упало. Что ж делать-то? Это катастрофа. Ну пойдем еще одно там. Иди сюда. Давай, иди сюда. Та-та. Что тебе надо сделать? Смотри, какая штука. Нет, нет, нет. Не это. А, вот это, да. Иди. Давай, бегом. Бегом, бегом, бегом. Эй, не туда бегом. Алиса. Иди на улицу. Алиса. Нет. Давай, 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 давай. Напролом. Беги, беги. Нет, не туда беги. Нет, не в горшок беги. Нет, Алиса, Алиса. Яблони не вырастет. Вот такая осенняя леса. Та-дам. Привет. Как твои дела? Леса разбудила? Эх. Алис, все. Давай. Вот и привет тебе. Сниматься не хочет. И тут нет. И тут нет. Интересная картинка. А, вот ты где. Ты как в мультике. Что такое? Что? Что-то погладится. Нет? Вредная.